Геральт, помоги мне это разломать! Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана! Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Хорошо. Пускай остается в клетке. Что? Я тебе этого не забуду, Анкрайт. Всю славу хочешь присвоить? Выпусти меня немедленно! Бедный Виги. Надо было его выпустить. Не вини себя. Никто не знает, что бы выкинул Виги. Очень может быть, он бы набросился на великана с кулаками, едва выйдя из клетки. С ним все могло сложиться совсем не в нашу пользу. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Согласен. Звучит гораздо лучше, чем Блавикинский мясник. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани.